всегда очень тяжело говорить такие моменты. К сожалению, идет война. И в городе Горловке, которая не стала исключением, во всей республике гибли и детки. На сегодня у нас 17 погибших детей. Это наша боль, это наша скорбь. И мы, взрослые, прежде всего должны сделать все для того, чтобы это не повторилось. И прежде всего все они должны остаться в наших сердцах. Сегодня в 21 час пройдет еще одно мероприятие. Пройдет оно по всей республике. Пройдет и у нас. Мы будем запускать фонарики ночью, вечером. Я вас всех приглашаю почтить их память. Спасибо. К сожалению, в этот праздник мы, ну не к сожалению, извините, у нас такое мероприятие чуть-чуть грустное, вернее очень грустное для родителей и для нас, потому что все дети это наши дети, наши родные дети, которые погибли. Мы не забудем никогда их, не простим этих смертей. Я надеюсь, больше смертей детей не будет. Я желаю то, чтобы наши детки все жили счастливо, чтобы они не слышали падающие снаряды, чтобы они слышали звуки только разрывающихся салютов, и чтобы на их лицах была радость. А сегодня почтим память погибших детей. Минутой молчания. Здесь дети, что шагнули в вечность, они погибли от войны. И вот взлетают в поднебесье большие белые шары, как символ детских душ безгрешных от нас, ушедших до поры. В знак нашей светлой памяти и любви предлагаем вам возложить цветы.
Да.